Трахался, дура, ты ж знаешь, он с ней трахался. И как бы не любила, как бы он не нравился, дважды дурой быть нельзя. Не сказал, пытался скрыть, ведь стыдно понял сам. Но он предал бы, даже если вернуть все назад. Пускай уходит твой пацан. По годам, по часам на ошибках учатся. Но нахрен ей этот урок? Осознай, в сотый раз, любить не значит не предаст. Любить может даже урок. Что такое отношения? Доверять ты ему верила, на слово верила, что он с друзьями по ночам. На все сто была уверена, что он не слышал и поэтому не отвечал. Не уделял внимания, ни меньше, ни больше, чьи-то женские духи на его гладкой коже. Так что такое отношение, так ли все сложно? А может, или может быть, не доверяй. Переписки проверять, 5 минут не отвечала. Где и с кем ты, твою мать? Фото в купальнике, нет, ты его не выложишь. Это чё за тип в подписках? Ну-ка быстро отпишись. Он говорил, это не ревность, не абьюз. Просто вы с ним очень давно переживает. Так тревожные мысли, в итоге сам повелся на первую жопу и сиськи. Первой попавшейся в писке с первого бокала виски. Отдал бы все, чтобы вернуть тебя. Он все еще любит, он не нашел кого-то лучше. Да и лучше не будет, осталось только истина. И оно вряд ли изменится, тот, кто вечно в подозрениях, скорее изменится. Трахался, дура, ты ж знаешь, он с ней трахался. Как бы не любила, как бы он не нравился, дважды дурой быть нельзя. Не сказал, пытался скрыть, ведь стыдно понял сам. Но он предал бы, даже если вернуть все назад. Пускай уходит твой пацан. Трахался, дура, ты ж знаешь, он с ней трахался. И как бы не любила, как бы он не нравился, дважды дурой быть нельзя. Не сказал, пытался скрыть, ведь стыдно понял сам. Но он предал бы, даже если вернуть все назад. Пускай уходит твой пацан.